По сообщениям западных СМИ, Криштиану Роналду и Джорджина помолвлены и готовятся к свадьбе. Влюбленную пару заметили на одном из футбольных матчей в Лиссабоне, на котором девушка Роналду появилась с обручальным кольцом на руке. Папарацци уличили, что Джорджина активно посещает страницы Instagram, где представлены свадебные платья и прочая атрибутика для бракосочетания. Например, модель подписана на испанский бренд Pro No Vice. Стоит отметить, экс-подруга Роналду, Ирина Шейк, выходила замуж в платье именно этой марки. В декабре прошлого года репортеры увидели пару во время очередного матча Реала с Депортиво. Позже влюбленные пришли в одном из модных заведений Мадрида, а через несколько часов отправились в парижский Диснейленд. В конце весны этого года Роналду сообщил, что Джорджина ждет ребенка. Позже журналисты сфотографировали модель с округлившимся животик. Летом одно из испанских изданий сообщило пол ребенка. У известного футболиста родится дочь. Напомним, Криштиану Роналду станет отцом четвертого наследника. Для Джорджины этот ребенок будет первым. Летом этого года у нападающего мадридского Реала родились близнецы. Суррогатная мать выносила наследников для знаменитого спортсмена. Тогда именитый отец назвал сына Матя, а дочь Евой. Стоит отметить, ранее Криштиану прибегал к услугам суррогатного материнства. Так, 7 лет назад в частной клинике во Флориде 17 июня на свет появился Криштиану Роналду-младший. О матери ребенка известно немного. Женщина родом из Мексики. Она отдала ребенка сразу после родов и никогда с мальчиком не встречалась.